Привет, друзья! Вы на моем канале о путешествиях, хотя в этом выпуске мы с вами путешествовать никуда не поедем. В этом выпуске речь пойдет о велосипеде. Я решил купить себе шоссейный велосипед. У меня было два горных велосипеда. Один из них я продал, а второй, он служит мне верой и правдой уже 9 лет. И да, в прошлом году я делал на своем канале видео про велокультуру Москвы. И если вы не видели это видео, то вы можете посмотреть линк, значит, в описании к данному видео. Но выпуск сейчас не об этом. Это видео может быть неинтересно всем тем, у кого уже есть шоссейники, у кого есть опыт, кто профессиональный гонщик, триатлонщик. Но, возможно, мой зритель такой же, как и я, которому просто нужен простой совет и чье-то стороннее мнение. Когда вы покупаете шоссейник, вы должны понимать, что шоссейники, они, как правило, идут без педалей и всяких остальных там побрякушек, типа звоночек, всякие там лампочки и, скажем, крылья с фонариками. Все это бутафория, все это вы лепите уже на свое собственное усмотрение. Значит, педали. Педали этих здесь не было. И, конечно, тот, кто разбирается в шоссейниках, скажет, что я дебил, взял такие педали. Короче, педалей здесь этих не было, просто были вот такие вот торчалки. Назовем их так, торчалки. Какие педали могут быть? Естественно, когда вы берете шоссейный велосипед, это должны быть, как правило, контактные педали. Что такое контактные педали? Педали мы разберем контактные дальше, потому что мне уже одни пришли. Это педали МТБшные. Что такое МТБшные педали? Это mountain bike. И то, на mountain bike'ах тоже могут быть педали контактные. Так вот, это, значит, топталки так называемые. Почему я взял эти топталки? Я катаюсь по городу и по Москве. И в Москве постоянно светофоры, спрыгиваешь, запрыгиваешь. И если ты берешь контактные педали, то не всегда удобно в контактных педалях. Конечно, те, кто привыкли, для привыкших ребят уже, как бы, это отдельная тема. Но я брал вот эти себе топталки именно с целью удобства какого-то и с целью того, что я много бегаю, и я хочу, и под контактные педали нужна специальная обувь, также контактная, которая пристегивается. Контактная обувь, она не для бега. А я хочу, к примеру, там, прокатиться на велике, тут же спрыгнуть с велосипеда, пристегнуть велик где-то и пробежаться. Именно с этой целью я брал вот эти вот педали. Но мне уже пришли контакты. Пойдемте с вами посмотрим и разберем вообще, что у нас там в пачке. Итак, по порядку. Значит, ну, во-первых, вот это вот трусы с прокладкой, потому что ездить на сидушке не всегда мягко и приятно. Педали контактные, как я уже и сказал. Так, значит, что они представляют из себя? Давайте распаковывать их. Так, вот это, значит, все побрякушки и игрушки, с ними все понятно. С ними все понятно. Это замок, это насос. Это, значит, ключи, это игрушка для того, чтобы мерить скорость, то бишь спидометр, каска, все понятно, кеды. Это не просто я взял себе кроссовки, а это специальные кроссовки, в которых можно и ходить, которые не выглядят как футбольные бутсы, значит, в которых не походишь, контактные. А это контактные кроссы Shimano. Вот такие у нас педальки. Вот такие педальки, видите? Это педали SPD, которые подходят под ботинки. Смотрите, чтобы, значит, вот эти вот маркировки их совпадали с кроссовками, чтобы вы кроссовки не взяли одного типа крепления, а педали другого типа крепления. Так, все, пора устанавливать новые педали и крепление
на колеса и кататься быстрее. Короче, с первого раза открутить у меня эти педали в офисном режиме не получилось. В общем, нужен ключ побольше. Контактные педали бывают абсолютно разные. И вот, к примеру, те, которые взял я. Значит, смотрите, что такое контакт. Вот видите, это выглядит приблизительно вот так. И здесь есть крепление с одной стороны, и точно так же есть крепление с другой стороны. Обязательно обратите внимание при покупке таких педалей на то, со скольки сторон будут сделаны крепления. Потому что есть педали, где крепление только с одной стороны. Только с одной. И тогда, когда у вас педаль, грубо говоря, повернута, вам придется искать ногой, как к ней прикрепиться. Я считаю, что крепления с одной стороны, они сделаны больше с той целью, чтобы облегчить всю эту конструкцию. Ну, это как бы, я думаю, что это именно для более таких уже профессионалов. Вот, я не гонюсь за какими-то легкими весами, там, супер облегченным велосипедом, потому что для меня прежде всего важен комфорт, удобство езды по городу. Есть такие педали, у которых нет внешней защиты, будем называть ее так. Значит, есть педали, которые просто без нее, то есть, вот, грубо говоря, они вот такие идут. Это опять же с целью облегчения сделано. Но я себе взял именно такие, потому что, допустим, я не надел, промокла моя обувь контактная, и я хочу поехать просто в обычной обуви. Эта педаль мне дает возможность так сделать, а я катаюсь по городу. Поэтому я именно брал вот эти вот педали с этой целью. Как вообще происходит крепление? Не знаю. Ладно, шучу. Смотрите, вот он ботинок. Опять же, я точно так же выбирал для себя обувь, которая выглядит как абсолютно нормальная обувь для прогулок, хождения, а не вот эти вот бутсы или велотуфли. Значит, хотя это тоже называется велотуфля. Значит, вот здесь происходит откручивание подошвы. Там дырка образуется, и туда крепится наш механизм. Раскручивается это простым, хотел сказать, шестигранником, а нет, не шестигранником. Здесь у нас крестовая отвертка. Я думал, что будет шестигранник. Мне повезло, потому что я взял вот такую штуку, набор ключей, но это есть, наверное, у каждого человека, у каждого мужчины. Мальчики становятся мужчинами, когда у них появляется вот такой набор. Вот есть у меня здесь, значит, крестовая отвертка, и мы произведем манипуляции. И вот так здесь выглядят все вот эти вот штуки. Значит, едем дальше. Вот он, крепеж наш. И смотрите, в чем прикол. Вот это у нас. Вот это у нас инструкция. Видите? Показано все, как сделать. Оказывается, не пальцами можно было, а нужны специальные плоскогубцы для того, чтобы это отлепить. Все нормально открепляется без. Вот такая целая инструкция, если вы не понимали, про то, как крепить, значит, два болта. Вот. И вот такую конструкцию мы имеем. Видите? То есть даже ничего не выпирает. Здесь есть два крепления. Одно сверху, одно снизу. Ну, здесь уже сами смотрите, куда вам прикручивать. Здесь, честно говоря, на интуитивном уровне понятно, где перед, где зад. Да, то есть стрелочка даже показана. Вперед. Вот так. И вообще, как эта вся система работает, для чего она нужна. Ну, это вообще для новичков. Те, кто не понимают, что это такое. И те, кто вообще думать, что я вообще несу. Короче, для чего это все
надо. С нашими обычными велосипедами, обычными педалями мы просто как бы топталки, да, мы вот сверху давим. Здесь у вас педаль крепится к ботинку, и вы не только толкаете, но и тянете. И за счет этого увеличивается скорость на, ну, я думаю, что процентов на 30. Плюс, естественно, конечно, вам становится легче. Особенно это замечается на подъемах в горку. Как это все дело крепится? Вот видите, как педаль крепится именно к ботинку. Значит, вы ее втыкаете. Ну, вот сверху будет это так выглядеть. Попали, защелкнули. А потом, чтобы выщелкнуть, вы просто ногу вот так поворачиваете в бок, и она у вас выскакивает. И потом эта вся конструкция выглядит вот так. Да? То есть, ну, она плотно прилегает. Плотно прилегает. И вот эта вся конструкция выглядит вот так.